Здравствуйте, дорогие подписчики! Вы находитесь на моем канале SEO Fan Club, и мы сегодня с вами разберем такой проект Drive. Drive – это децентрализованная платформа для езды на велосипедах. Drive – это децентрализованная платформа для езды на велосипеде. Работающая на блокчейне с целью расширения возможностей как водителей, так и пассажиров. Вот здесь белая бумага. Вот мы видим, да? Вот как они разработали, вот их планировка, да? Вот мы видим. Вот она. Идемте дальше. Так, вы являетесь частью крипторинков, туда-сюда. Так, вот это еще проекты, с кем они заключили сделки, да? Наши партнеры, вот мы видим их. Вот наши партнеры. Идемте дальше. Включены новые список, вот. Еще новые партнеры. Идемте дальше. Что такое Drive? Так, и что такое Drive? Это децентрализованная платформа для езды на велосипеде, работающая на блокчейне с целью расширения возможностей создателей ценностей в нашей экосистеме. В этом числе водителей, пассажиров и разработчиков, да, разработчиков сообщества. Планирует разрушить существующую бизнес-модель и устранить корпоративных посредников, да. Ваша платформа для езды на велосипеде создала новую парадигму для индустрии езды на велосипеде. Мы являемся первой платформой в этой нише, которая демонстрирует все возможности децентрализованной экономии езды на велосипеде, используя мощь технологий платформы, стремится привести новую парадигму платформу для гонщиков и решить множество проблем, возникающих в текущей модели централизованной бизнеса, да? Почему Drive? Менее чем за десятилетие уже существует более 1600 платформ криптовалют, созданных на основе технологий блокчейна. Новые стартап компании великолепные. Инновационные технологии и улучшение возможностей масштабирования из-за оригинального блокчейна вызвали благоговение. Тем не менее, более 90% этих проектов не имеет практичного применения или полезной. Большинство из этих создаются в виде подцепей или боковых цепей, да? Используя возможности более эффективных систем, несмотря на возможности, предоставляемые предприятия блокчейна, адаптация большинства этих платформ все еще доступны, потому что
не так много реальных случаев, используя, были полностью нарушены, да? Вот мы видим, как они создали. Довольно интересный проект. Нажмите здесь, чтобы испытать, да? Ну, мы нажимать не будем, потому что здесь надо будет регистрироваться на ихнем сайте. А это мы здесь попозже сделаем. Вот. Как они интересно сделали. Это вот ихний маршрут, вот. Как на этих, вот, маршрут велосипедов, да, вот мы видим. Вот, точки доступа. Вот мы наблюдаем. Сейчас здесь есть видео. Вот. Какое-то видео мы видим, да? Сейчас мы чуть-чуть промотаем. Угу. Ну, короче, вот такое вот видео. Решение проблем, вот как. Да. Ну, сайт довольно интересный. И планировка у него тоже такая необычная. Здесь вы можете распределить средства, вот знаки, разработка продукта, да? 30%, 25%, 25%, 15% и 5%. Так. 'Читать о нас', да? Вот мы видим. Вот. Проект интересный. Очень интересный. Вот ихняя дорожная карта 2018. Вот мы видим, да? Вот. Вот это уже 2019-2020. Это ихняя команда. Это генеральный директор, это финансовый директор. Вот. Мы видим их команду. Да. Люди довольно серьезные. Я думаю, что они этот проект продвигать будут далеко. И вот сделки, с кем они составили. Вот мы видим. Раз, два, три, четыре, да? Проект довольно интересный, интересный. Вот ваше имя, отправить. Так. Здесь у нас что? И вот такие вот дела. Ну, что я могу сказать? Проект интересный. В нем стоит участвовать, стоит в него вкладывать, стоит инвестировать. Проект довольно хороший, в котором стоит принять свое участие, которое я сейчас так и сделаю. Ну, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Нужные ссылочки о проекте будут под видео. Всем пока и до новых встреч!